Здравствуйте! В этом ролике мы подробно разберем подключение канального осевого вентилятора смешанного типа «Тайфун». Подключение через регулятор скорости. Регулятор скорости подключается через фазу домашней сети в крайнюю левую клемму L со стрелочкой вверх, а фаза от регулятора из крайней правой выходит к устройству вентилятора. Устройство регулятора имеет теплоотводящую пластину. Она состоит из алюминия. При установке регулятора ее необходимо демонтировать и снять с нее защитную пленку, для того чтобы тепло отводилось эффективнее. Далее пластина устанавливается на свое место. Осуществляем подключение к сети. Ноль домашней сети подключаем к нулю вентилятора. Фазу домашней сети подключаем к фазе вентилятора, который идет у нас через регулятор скорости. Подаем питание. Вентилятор находится в выключенном состоянии, так как регулятор поставляется из коробки в положении на 0, на выключенном. Что нам необходимо сделать теперь в первую очередь? Повернуть до крайнего левого положения вот этот винт, взять регулировочную отвертку, которая идет в комплекте. На теплоотводной пластине у нас есть плюс и минус. С помощью вращения этой отвертки мы должны отрегулировать обороты вращения вентилятора. Правильная регулировка начинается с того момента, когда крыльчатка вентилятора только-только в минусе начинает стартовать. Как только мы сделали регулировку, можем устанавливать крышку. При установке крышки обращаю внимание, что в комплекте с вентилятором идет шайба и гаечка, которые фиксируют данную крышку на регуляторе. Далее устанавливаем вращающуюся шайбу. Мы имеем регулировку вентилятора от 1 до 10, где 1 – это минимальное количество оборотов на старте, а 10 – это максимальное количество оборотов вентилятора. Также регулятор может отключать изделие полностью. Обращаю ваше внимание, что от регулятора скорости идет один фазовый провод к клеммной коробке вентилятора. В данном случае подключение осуществляется к одной клемме или L2, или L1 по выбору покупателя. Регулятор скорости приобретается отдельно и не входит в комплект поставки с вентилятором.